Шерстяные носки и теплые пижамы отправляются на дальнюю полку в шкафу. Один поворот винта, и в дом пошло тепло. Магии никакой. Процесс давно отработанный, да и все лето готовили систему к отопительному сезону. Но все равно слесарей и сантехников в это время олицетворяют с добрыми волшебниками. Процесс тут занимает. Сначала дом заполненный. Просто включаем на циркуляцию, через обраточку задавливаем. И потом сбрасываем воздух, и все. В первую очередь подключают отопление в детских садах, школах и больницах. Те соцобъекты, что находятся на первых этажах жилых домов, не исключение. Для жителей этих домов приятный бонус – у них первых потеплеют батарею. У всех остальных отопление будет подключено до 10 октября. Опасения вызывали дома, где в рамках программы «Капремонт» меняли систему отопления. Но городские власти держат эти адреса на контроле. По поводу пуска тепла и все недоделки. Районам обращаю внимание на фонд «Капремонта» и те ремонты, которые сегодня, они могут выплеснуться наружу. Чтобы мы вот эту ситуацию понимали с вами об этом и больше на эту тему не говорили. Каждый день в 5 вечера первому вице-мэру докладывают оперативную обстановку. Возникающие проблемы решаются в рабочем порядке. А через 2 недели начнет работать горячие линии по вопросам отопления. Марина Матвеевична, Григорий Плешаков. События.